терпение закончилось. Равны нулю. Странно, что вы не последовали примеру вашего друга воришки и не сбежали ночью. Что она имела в виду? То, что сказала. Ваш друг Элька сбежал этой ночью. И прихватил с собой кристалл. Его работа для него важнее. Элька, неужели ты так ничего и не понял? Не будем спешить с выводами. Хорошо, что вы заступаетесь за друга. Но я боюсь, что правда все равно откроется. Мы не боимся правды. Давайте покончим с этим. Как вы нашли меня здесь, лорд Талос? Я был рожден в Аклории, и это именно я снова открыл порталы после того, как мой учитель обучил меня.
Как я мог допустить, чтобы ситуация вышла из-под контроля? Камбас, торговец с шкурами и чешуей. Что у тебя за товар? Третья башня уже работает. Наверное, Хейтон привез для меня кристалл из Трансцентии. Вы не знаете? Может, он еще здесь? Я вместо профессора привез кристалл из Трансцентии в Иллюмину. Твоя работа представляет для меня особый интерес. Правда?
Мне еще так много предстоит сделать. Вы сказали правду. Назад дороги нет. Что бы ни удерживало Тал и остальных в Гиентине, Иллюмина для меня гораздо важнее. Симдев Какура Магинимас Комра Инитес. А сейчас мы с вами полетим. Теперь широко откройте глаза. Следите за чашей. Вы увидите, куда он направился. Это портал в мир теней. Ядро теней. Постойте! Неужели это Иллюмина? Невероятно. Нет. Машина — это больше, чем просто генератор. Я предупреждал вас, что нельзя доверять хискелианцам. Нет. Мама, не может быть. Кристалл установлен? Да, мадам. Ты искупил свое поведение усердным трудом, Мэйл. Когда все будет готово, я тебя щедро награжу. Эта работа должна быть закончена немедленно. Эта конфигурация. Энергия должна поступать непрерывно. Перебои могут привести к катастрофе. Это тебя не касается. Выполняй мой приказ. У нас нет времени. Простите, но без проводника, способного выдержать такое количество энергии, вся система может стать нестабильной. Я не слышал о кристалле таких размеров. Все ученые так самоуверены. Кристалл — ничто по сравнению с живой душой. Вы хотите использовать человека? Но это же самоубийство. Такой интеллект и такая безграмотность. Машина откроет портал непосредственно в бездну, откуда мы призовем самого Хейгу. Тело лорда Талоса послужит убежищем демону. Вы собираетесь воскресить Хейгу? Когда Хейгу воцарится в этом мире, я стану бессмертной королевой Иллюмины. Назад, дорога.
далеко. Я не могу этого допустить. Но если я пойду против королевы, я подпишу смертный приговор себе и Тилли. Я должен найти ее. Thank you.
Тили, моя дорогая Тили, нам надо уехать. Уехать? Ты же только что вернулся. В чем дело, дорогой? Я совершил что-то ужасное. Успокойся, родной. Что случилось? Моя машина. Люсиция не собирается использовать магическую энергию на благо Иллюмины. Она задумала такое, от чего волосы встают дыбом. Что ты имеешь в виду? Машина вытягивает свет из другого мира, из Аклории. Там люди вынуждены жить в темноте. Что еще хуже, Люсиция собирается перенаправить энергию машины в живого человека, лорда Талоса. Но зачем? Она хочет вызвать демона по имени Хейгу, используя Талоса в качестве проводника. Люсиция надеется, что демон даст ей бессмертие. Что же мне делать? Ты уверен, что все это правда? Люсиция сама показала мне чертежи. Она освободит Хейгу, и Аклория погрузится в полную тьму. Друзья предупреждали меня, что здесь что-то не так. Почему я их не послушался? Элька, ты хороший человек и не боишься признать, что был неправ. За это я тебя очень люблю. Я не допущу, чтобы мою работу использовали в таких целях. Но я не хочу подставлять свою спину под удар ножа лорда Талоса. Если я буду пытаться их остановить, ты должна уехать отсюда. Делай, как тебе подсказывает сердце. Родственники Эми живут в тихих водах. Я могу укрыться у них. Обещай мне, что будешь осторожна. Ты самое дорогое, что у меня есть. Я должен вернуться в Аклорию и умолять своих друзей простить меня. Я верю, что ты все сделаешь правильно. А теперь отведи меня в тихие воды, пока еще не поздно. Встретимся во внутреннем дворе. Я собираюсь испортить машину, чтобы выиграть нам время. Идем отсюда. Остановите его! Он вредитель! Остановите его! Это приказ королевы!